По традиции, масленичная неделя – это проводы зимы. Символично, что в этом году главное праздничное мероприятие округа совпало с наступлением календарной весны. Народные гуляния у кинотеатра «Искра» состоялись 1 марта. Здесь развернулась ярмарка, где можно было купить самые разные товары. Мы приглашали производителей, фермеров из разных регионов, не только Московской области, но и со всей России. С каждым участником отдельно прорабатывали, старались привезти полезные, здоровые, качественные продукты в город Видное. Кроме фермерских продуктов, здесь можно было приобрести изделия ручной работы, которые представило общество инвалидов. Нам предоставили благотворительно вот такую палатку, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут выставить свои работы и заработать немножечко денег. И мы очень благодарны администрации Ленинского округа за такой подарок нам. И, конечно, какая ярмарка без развлечений? Спортивные соревнования на меткость и ловкость, битва на мешках для самых маленьких, состязания на силу и выносливость. Я раньше занимался игровым спортом, и как бы уже сколько лет прошло, как я не занимаюсь, как бы хотел попробовать испытать свои силы. У сцены разместилась выставка «Чучел масленицы», которой подготовили образовательные учреждения округа. Многие посетители ярмарки с радостью фотографировались в их компании. А на память о праздничном дне можно было отпечатать специальную монету. Каждый может быть кузнецом своего счастья, и каждый является кузнецом своего счастья. Поэтому приглашаем всех отковать себе счастье. Сразу в нескольких палатках можно было угоститься главным масленичным лакомством. Участие в приготовлении блинов принял Моисей Шамаилов. Если он будет не комом, то это неправильно. Первый блин должен быть комом. Не надо нарушать, как говорится, закон. А второй уже получше пошел. А третий тем более. Сейчас все сделаем. С праздником всех! Рядом кипели настоящие русские самовары. Аромат дыма от топки добавлял колорита в праздничную атмосферу. Посетители ярмарки остались довольны. Мы только пришли, были на главной сцене, очень классный флешмоб станцевали. Огромное спасибо организаторам, вообще все здорово. Много мастер-классов, что игры есть, что можно выигрывать призы, рубли зарабатывать. Всех участников конкурсов и соревнований наградили памятными подарками. А завершилось мероприятие сжиганием главного чучела масленицы. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.